Всем привет! Сегодня в обзоре часы Invicta модель 16019SYB имеет под название S1 Rally. Название она такое имеет, потому что, в общем-то, названа в честь серии автомобильной марки Audi Quattro, которая принимала в 1984 году участие в WRC, то есть в мировой серии мирового ралли. Ну и вот память, в напоминание этой серии названы были эти часы. Вот так они поставляются в такой большой коробке. Размер коробки вы видите. Вот. Ну и вот сами часы. Вот так выглядят эти часы. Часы в крупном корпусе. Диаметр корпуса 48 мм, толщина 15. Корпус из нержавеющей стали. Стекло минеральное. Сделано заподлицо с корпусом. Часы очень массивно смотрятся, такие толстенькие, я бы даже сказал. Крупная заводная головка, обратите внимание, как она сделает, тоже похожа каким-то образом на гоночный авторуль, такая крупная. На лицевой части всего лишь два небольших циферблата, на одном из них показано время в 24-часовом формате, и на втором, на нижнем циферблате, показаны секунды текущего времени. Обратите внимание, как сделан вот эта часть циферблата. Она напоминает автомобильный спидометр. То есть все как бы еще раз напоминает о автомобиле. Здесь есть значок S1. Стрелки очень тонкие, с острыми концами, то есть такие стильные. Подложка или основная часть циферблата сделана из алюминия. Давайте посмотрим на заднюю часть, посмотрим на ремешок. Ремешок здесь тоже сделан весьма необычно. Он такой вот с отверстиями, отверстия разного диаметра. Смотрится очень стильно. Прострочка красной контрастной ниткой. Качественный, хорошо выглядящий ремешок. Металлическая клипса. Давайте взглянем и на заднюю крышку. На задней крышке в центре размещен логотип S1 Rally, а также Going the Distance, который можно перевести как или преодолевая дистанцию, или находясь на дистанции. Номер модели. Номер модели, еще раз повторю, 16019. И напоминание, что все сделано из нержавеющей стали. Водозащищенность 100 метров. Причем метры, кстати, нанесены весьма необычно. Как-то нестандартно МТ, хотя достаточно буквы М. Ну и так как, в общем-то, это классические часы, больше здесь рассказывать нечего, я просто покажу их на руке, а вы сами посмотрите. Они немножко крупноваты для моей руки, но чтобы вы имели представление. Вот так часы смотрятся на руке. Такие часы точно не останутся незамеченными. Я хочу сказать, что, в общем-то, при всем том, что корпус массивный, за счет кожаного ремешка они не очень тяжелые, порядка 110 грамм они весят. И от себя хочу сказать, не хватает только указателя даты, но вот дизайнеры решили дату не ставить. Ну, на этом все. Всем спасибо. Пока. До новых видео.